Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, что с позиции психологии, с позиции консультирования некоторый интерес представляет то, что вы пытаетесь доказать свою позицию, хотя это позиция идеологическая, то есть тут довольно много зависит от мировоззренческого элемента, это все равно, что спорить о религиях, это все равно, что спорить о там, происхождении жизни, всякое так вот, тут вопрос исключительно выбор. Вот. Бывает выбор ответственный, бывает выбор безответственный. Но по факту, вне зависимости от субъективной стороны этого выбора, все равно, как бы, человек этот выбор делает. И проблема в том, что вам хочется доказывать, вам хочется доказать, что вы правы, вот, и вопрос в том, что за этим стоит, собственно. То есть вопрос в том, что вами движет, когда вы считаете свою позицию более верной, отказываясь принимать позицию другого человека. Какой бы она ни была, если эта позиция делает человека счастливым, если он с этой позиции сам согласен, то почему бы и нет? Это вопрос, по большому счету, к вам. Собственно, на это нужно обратить внимание. По поводу правоты, опять же, да, здесь вот в корне неверная постановка вопроса. Почему? Потому что если сказать, что кто-то прав, то другой будет неправ. А это не так. Вопрос немножечко в другом. Для чего мне быть правым? Не боюсь ли я быть неправым? Что будет, если я не прав? Вот это куда более важно. И именно об этом я предлагаю вам подумать, а не о том, чтобы доказывать людям свою правоту. Ведь у всех людей своя позиция. И если вы будете пытаться каждую позицию каждого человека оспаривать, просто потому что вам кажется, что это неверно. Ну, я думаю, что достаточно легко вы окажетесь в некоторой социальной депривации. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на это. А если вы так заботитесь о своих друзьях, то, извините, это не совсем забота о друзьях. Скорее всего, это забота в большей степени о себе. Ну, то есть, это забота о вас. Вот я о себе забочусь больше. И это неплохо, это нехорошо, я вас не обвиняю. Но говорю, что в какой-то степени вы проявляете личную безответственность, когда
пытаетесь доказать свою правоту другому человеку. Явно видя, что человек не обращается к вам с советом, не пытается решить, в том числе и с вашей помощью, какую-либо свою проблему, так что подумайте, пожалуйста, над тем, что я сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.